Всем привет! Ой, таким свежим утром в последний день июня мы вот со старшим сыном идем голосовать за изменения в Конституции, за поправки. Вот. Выйдем, расскажем, как поставили, за или против. Ну, я думаю, ни для кого не сюрприз. Как вот, например, лично я проголосую, как проголосует мой сын, историк. Тоже, думаю, не сюрприз. Я много читала о поправках, которые внесли. Мне понравились все изменения, честно скажу. Никаких криминальных крики, вот то, что будет. Боже мой, обнуление, боже мой, спасаем кошек. Нормально все там написано. Так что у нас избирательный участок в школе 878. Мы сейчас пойдем и отдадим свой голос. Ну что же, мы вошли на избирательный участок. Конечно же, в маске. Все как положено. Немноголюдно. На самом деле, очень здорово, что сделали голосование в несколько дней. Это минимизирует огромное количество контактов. И мы заходим на наш участок. Наш участок 1947. Я здесь отключу телефон. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы зашли на участок, я отключаю телефон. Здорово, что на участках есть все санитарные условия. Мы пришли, к сожалению, без перчаток, но их предлагают надеть, обработать руки. Сейчас сын это делает, потом сделаю это я. А мы пойдем узнаем, какой приз нам достался. И ручка. Что же, друзья мои, мы проголосовали, мы отдали свой голос. Слушайте, очень здорово, что действительно несколько дней народу немного приходят, но прям реально поток, так спокойненько, да. То есть мы заходим, 1-2 человека на один участок, вход по одну сторону столбиков, выход по другую сторону столбиков. Нам дали... Ой, Вов, подержи стакан, покажу, что. Браслеты. Они разные. То, что я сходила, проголосовала. Очень круто. Ручку красивую, памятную. Магнитик, браслетик. И, конечно же, специальные такие... сейчас покажу. Это мое и Вовина. Документ. Лотерея. На то, чтобы мы могли выиграть... что-нибудь. А почему нет? Может быть, мы что-нибудь и выиграем, да, Вов? Так что за последний день голосования, ребятушки, не сидите дома, погода хорошая, прогуляйтесь. Ну, либо, кстати, если голосование онлайн. Вот. А мы идем играть в бадминтон. Всем пока.